Это дает возможность, стоя перед вот этой полкой, увидеть весь сбор года, фактически в течение года это наполняется, вот, и взять как бы, ну, себе попробовать, в том числе там, для каких-то кулинарных целей это используется, в том числе в течение года, вот, или людям, которые хотели бы травы тоже как бы изучить, приобрести. То есть очень легко дать попробовать, потому что открывая крышку, ты сразу как бы скрывается аромат, можно взять для теста, пожевать что-то еще. И это вот один из элементов такого, на мой взгляд, умного хранения, которое позволяет буквально, ведь площадь, которая занимает это хранилище, если по полу взять, ну, меньше, там, полквадратного, может быть, чуть больше квадратного, полквадратного метра.